Привет, привет, мои дорогие ребят. Хотела пометить, блин, а уже хочу есть. Что я только с утра творог съела и все. И у меня картошечка. Думаю, смотрится тоже аппетитненько. Селедка с маринованным лучком. Ой, это балдеж. Видео на моем втором канале, который называется «Мама Наташа Мукбанг. Дочки и Викуля». Ум отрежь. Если можешь поставить вообще, но я ждать не могу. Картошечка с маслом. Ребята, хочу я ржаного. Вот именно вот сейчас я хочу с ржаным хлебом. Вкус селедки, картошки и ржаного хлеба. Что может быть вкуснее? И лука. Что может быть вкуснее? Обалденно. Ну, вы меня, думаю, понимаете. Сейчас перемешаю. Тарелку пришлось взять маленькую, потому что здесь хрустальная ваза. Да. У меня для селедки. Лук. Это фантастика. Обалденно. А если не что-то столько видео снимала, уже все рассказала. Пока рассказывать нечего. Кстати, если у вас селедка солоноватая, вот этот рассол спасет ее. Маринад ли? Оживит. Вашу рыбу. А лук какой вкусный. Я, правда, еще не смонтировала видео, как я мариновала. Масло попалось. Так вкусно. Селедки маловато.
Меня отвлекает аквариум. Но это обалденно. Моя мечта сбылась. Картошка. И селедка. В общем, кто не видел мое видео, оно все-таки, наверное, раньше выйдет, даже завтра. А это видео не знаю когда. Ссылочка будет в описании. Ну, говорю, хлеб не жру, но здесь без хлеба нельзя. Это мой обед. Ужин будет салат. У меня, кстати же, это Марина такой мама делала, делает. И вот раньше приедет в сад, привезет вот селедки и лука. Я говорю, мам, чё, как мало лука. Такой лук можно есть бесконечно. Ну. Так что, очень вкусно. Всех обнял. Пока-пока. Чмыки-чмыки, ваша Наташа.